Всем привет! Сегодня хотел бы вместе с вами приготовить очень вкусную сырную закуску, которая будет хрустеть и в то же время тянуться. Ну что, конечно, это сырные шарики. Давайте я начну вам рассказывать, что нам понадобится для этого рецепта. Понадобится нам 400 грамм сыра, 4 столовые ложки муки, чайная ложка разрыхлителя, 3 белка и для панировки панировочные сухари. Для начала натрем на мелкой терке сыр. После того, как мы натерли сыр, нам необходимо взбить яйца до пиков. Яйца можно отделить, желтки точнее, можно отделить от белка вот таким способом. А можно воспользоваться другим способом. Сейчас покажу каким. Для второго способа, чтобы отделить белки от желтков, нам понадобится пластиковая бутылка. Разбиваем, как обычно, яйцо. И берем бутылку и с помощью бутылки вынимаем яйцо. Вот так легко и просто можно отделить белки от желтков. Взбиваем вот до такого состояния. Добавляем во взбитые яйца сыр. Четыре столовые ложки муки. И чайную ложку разрыхлителя. Далее нам остается это замешать, как тесто обычно. Из полученного сырного теста катаем небольшие шарики. Возьмем какую-нибудь большую тарелку, пересыпаем в нее наши панировочные сухари. После чего быстренько выложим полученные шарики в эти сухари. И просто потрясем. И все. Шарики сразу полностью все обсыпаны в панировочных сухарях. Можем их обжаривать. Обжариваем сырные шарики во фритюре. Получились вот такие сырные шарики. Кстати, если тебе понравился этот ролик и мои предыдущие, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал.